Здравствуйте, здравствуйте, кто присоединился, компания Ника Нагель с вами. Сегодня в эфире, добрый вечер, добрый вечер. Сегодня с вами в эфире Евгения Конопелька и Галина Николаева. Галина Николаева за диктора сегодня. Буду диктовать, расшифровывать буду, что Женя нам будет здесь делать. Интересное творить. Сегодня у нас в эфире гель Юки и сусальное серебро. Что можно будет, Женечка нам из образцов что-то покажет, да, Жень? Ну да. Головой, Жень, не Ну, первое я сначала покрою фон. Первый фон, вот я взяла такой гель Королева стали. Такой интересный цвет. Он какой-то, да, и не серый, и оливковый какой-то. Да, и он такой более холодный, чем теплый, наверное. Поэтому подойдет к серебру. Вот, пока он у меня будет сохнуть, я еще возьму один гель. Это гель Вьюга. Потому что мы будем по нему делать... Королева, это серия Королева. Серия Королева. Мы возьмем еще гель Вьюга. Тоже такой интересный холодный цвет. Потому что серебро на нем тоже хорошо будет смотреться. И мы еще сегодня, ну, не только как бы у нас будет сусальное серебро, я еще возьму наши леди наборы. Ну, скажу, что для того, чтобы покрыть сусальным серебром, надо обязательно перекрыть финишным покрытием. Поэтому я сразу перекрою финишным покрытием. Что молчаливые у нас сегодня. Да, молчат, ничего не говорят. Ничего не говорят. У нас молчаливые слушатели смотрят нас. Вот. В принципе, кто-то уже, наверное, работает, кто-то уже на рабочих своих местах, а кто-то еще отдыхает. Мы вот работаем. Вот. Работаем и работаем. Интересные замерли. Я воспользуюсь первым набором леди. Что можно сделать? Можно взять какой-то интересный участочек, заполнить. Это белая подложечка из набора леди. Леди Женя наносит, под белая подложка, по которой растекаются спутники ее. Добрый вечер, добрый. Людмила Мазунина. О! Топ без липкого слоя, финиш бриллиант Женя покрывала. Жень, можно мы пока вот это уберем? Можно. Чтобы не сконцентрирует камера. Uh-huh. И я воспользуюсь цветом, который называется орхидея. Это первый набор леди. И будем тоже делать... Тоже зимний. Да. Ставить не обязательно там прям что-то это... Какие-то поставим сейчас. Ну, точки можно какие-то ставить, да? Да, можно какие-то точки просто поставить. И... Пока они растекаются, можно их немножечко, например, как-то подвигать красиво. У вас получится такой интересный. Такие капельки. В южный. Потому что не обязательно прям розы рисовать что-то. Все, и можно отправлять в сушку. А у меня уже высох. Вот этот вот дизайн, и я воспользуюсь... Стали был оттенок. Королева. Оттенок стали, да, и уже начнем серебром. Можно сделать любой узор. Мы сделаем такой эффект брошечек. Одну брошечку можно сделать побольше. Кто еще не знает, сусальное серебро у нас это гели, которые созданы для литья, которые отпечатывают фольгу, под серебряную фольгу серебро, под золотую фольгу золото. Ну, я уже говорила, Галь, по секрету, что любая фольга, оказывается, клеится. От Ника Нагель, да. Любую фольгу, которая вам нравится, можно, она клеится вся. Я даже красную фольгу клеила, был очень красивый эффект. Нашу фольгу от Ника Нагель красная очень хорошо клеилась. Да, теперь у нас все допинги, я их все время называю допинги. Сейчас они у нас есть в каталоге, их можно тоже посмотреть. Не знаю, подвисает у кого-нибудь еще. Интернет подвисает.
Ну, не знаю, у нас все нормально. Ну, да. Одно сердечко полетело. Все нормально пишут. Вот. Скорее всего, у нас, в принципе, должно быть нормально. Можно перезайти. Да, Люд тоже пишет нам, что все хорошо. Потому что, в принципе, никого нету. Ну, да, как бы. Здесь. Сегодня у нас. Никто не занимает наш интернет. И потом, Жень, что ты будешь делать? Отпечатывать? Да, для того, чтобы отпечатывалась фольга, я уже неоднократно говорила, надо просушить 20 секунд. После дальнейшей просушки исчезает дисперсия, и ничего не клеится, и можно серебро оставить просто таким, какое оно есть. Сейчас мы еще вот тут вот сделаем такую интересную, забавную, чтобы у нас наши камушки не слились. И 20 секунд для того, чтобы приклеилась фольга. Пока у нас высыхает 20 секунд, вот этот дизайн я тоже перекрою бриллиантом, чтобы в дальнейшем на него сделать дизайн из фольги. Дружим. Если вас интересует Юля Белей, мы очень хорошо к ней относимся и дружим с Юлей. 20 секунд уже прошло. И как я говорила, что приклеить можно не только наше серебро, а приклеить можно любую фольгу от компании Никонагель. Вот с таким эффектом я интересным взяла, смотрите, голографическую. И я ее отпечатываю. Получается очень красивый, интересный эффект. Но сусальное серебро само по себе, оно очень интересное. Оно получается, вы можете сделать объем не только тонкие линии, но вы можете как бы выполнить объем. Да, более такие высокие, барельефные, как мы их называем, такие выкладки, они смотрятся очень красиво. Я воспользуюсь юками номер 2. Они имеют интересный оттеночек. Такой. Они на разных фонах, они будут разные. Смотрятся по-разному, да. Сейчас я наберу. У меня что-то с кисточки убегают юки. Прям я их хочу, а они у меня убегают. Не видно. Сейчас я. И выкладываем. Юки не текут. Вот я сейчас поставлю, и у меня получится вот такая прям вот брошечка. То есть можно различные высоты выставить, оно получается как елочная игрушка внутри. Да. И еще одну сейчас сделаем. Пока я делаю, видно, да? О, упала, извиняюсь. Пока я делаю второй уже камушек, видно, да, что первый камушек у меня никуда не убежал. Он у меня стоит на месте. Мы его сейчас разгладим. Он у нас будет гладенький. О, вообще, и красивый. Они само выравниваются, даже да. Если вы неровно поставите. У нас со временем, да, я могу показать вот так. Внутри, он их выравнивает. То есть они ни в коем случае у вас эти слюда, которые находятся внутри блестки, они не будут у вас не торчать, ничего. То есть нормально будут себя адекватно вести. Здесь мы уже перекрыли, да, Жень? Да, пока высыхают у нас юки, я уже могу воспользоваться и сделать какой-то дизайн серебром. Ну, я, наверное, так и сделаю. Хотя вот светлый цвет, да, вьюга же светлый цвет, да, как очень хорошо на нем смотрится серебро. Сейчас мы тоже что-нибудь тут загадочное смастерим. Я прям такой вот высокий делаю барельеф. Так. И присоединю его сюда. Можно сделать вот так одну красивую сюда линию. Можно сделать вот сюда. Еще вот тут я смастерю вот такую интересную штучку. И вот здесь. Все, можно отправлять. У нас получилось сочетание. Очень хорошо синее с серебром. Плюс на вьюге очень хорошо видно серебро на геле вьюга. Хотя он и такой вот светлый. И я еще и пользуюсь
гелями Бонпари. Для того, чтобы сделать, например, поярче какие-то элементы юки. Я вот возьму Бонпари номер 8. Бонпари номер 8. И немножечко оттеню наш камушек. И он получится более такой... Спасибо, Леночка, большое. Или Алиночка, кто там к нам присоединился. Вот. Более ярким таким вот. Вас тоже мы поздравляем с прошедшими праздниками. Тоже, наверное, уже в работе. То есть, возможность работать и коллекция наших карамельных витражек, витражей, таких витражных гель-лаков, ими тоже возможно тонировать юки, то есть создавать такие красивые-красивые оттенки. И получился вот такой, мы, даже он стал поярче, хотя прозрачный, красивый, и мы и юки видим, и плюс у нас тонировочка. Мы тебя тоже с праздниками поздравляем. Вот у меня уже высохло, и я воспользуюсь тут уже, конечно, фольгой именно серебро, потому что оно больше сюда подходит. Фольга это идет в набор к сусальному серебру. Посмотрите, не оставляет. Что еще интересно? Вот это можно уже не перекрывать, потому что настолько без покрытия держится хорошо фольга, она не облазит, с ней ничего не происходит. Даже если вы хотите ее жидкостью стереть, она не стирается. Приложить очень много усилий для того, чтобы ее содрать. И здесь я воспользуюсь юки номер 5. Они такие интересные, переливаются. Не знаю, передает ли камера, они прям переливаются, вот как фейерверк. И я из них сделаю тоже вот брошечки здесь. Прям капельку поставлю, она будет у меня здесь стоять. И еще одну сейчас. Я специально сделала вот такие вот интересные штучечки, чтобы в них посадить юки. И вот сюда. Получился вот такой вот интересный дизайн. Камера не передает яркости, юки вообще переливаются от фиолетового к голубому, к зеленому. Сейчас мы просушим. Вот у нас получился вот такой вот дизайн. Мы здесь уже можем вернуть дизайн. Да, можно вернуть их уже назад. Можно по... Я посмотреть, что получается, на каком цвете, как смотрится. То есть красиво, вот в этом орнаменте тоже Женя, ну, леди. Да, леди. Вот здесь более такой камушек, не видно его. Здесь более объемные камушки такие, а здесь уже они с такими переливами. Тут цветочек рисовала, тоже юками и бонпари выкрашены, и получился эффект листиков. И можно прям юки сделать вот такими вот красивыми. Они будут переливаться. Людмила Мазунина, спасибо за сердечки, которые она нам ставит. Бесценное, безграничное наше сердце. Получилась вот такая вот брошечка, и юки видно, и переливается все красиво, вот такой вот дизайн. То есть в ювелирке можно применять юки и сусальное серебро, в принципе, можно всякие различные букашечки, жучки делать. Даже цветочки, даже какие-то паучки, все это возможно сделать. Воспользуясь бонпари, можно это подкрасить, сделать какую-то тонировочку. И получаются вот такие дизайны. Видно, вот тут вот камушек, он отсвечивает. На самом деле он очень, я сейчас даже покажу, он настолько переливается красиво, таким янтарным переливом. Это юки номер 1. Они вот дают вот такой интересный, да, перелив. Вот, у меня уже высох вот этот дизайн. Это мы соединили, опять же, леди, юки и бонпари, и у нас получились вот такие вот красивые камушки. Ну, мы были с вами в эфире, спасибо, что вы с нами были, и уже увидимся с вами в среду в привычное время в 17:30. Всем спасибо, всем пока. Пока.